И зрители, это новый выпуск по Clash Royale на новой квартире. Да, я еще не съехал, поэтому записываю видосики здесь. В прошлом выпуске был ужасный звук, я, короче, не посмотрел, на микрофоне микшер сбился, он был на максимум, поэтому там очень резало слух. Надеюсь, сейчас не так. Вот, в общем, слушайте, мне здесь очень нравится, на самом деле, записывать. Не такая прикольная обстановка. Я даже, знаете, задумался о том, чтобы что-то подобное себе приобрести, купить какую-то, может, квартиру такую, однокомнатную, сделать студию. И именно сделать под Clash Royale это все. Я не знаю, ребята, как вы на это смотрите. Возможно, создам какие-то стримы, чтобы сделать сбор на это все. Потому что, ну, меня это как-то вдохновило, чтобы у меня была отдельная комната, отдельная студия по записи роликов. Не знаю, посмотрим. Это у меня такие мысли, возможно, они ветреные. Сегодня я так думаю, завтра уже передумал. Посмотрим. Короче, друзья, нахожусь я на основном аккаунте. Кстати, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. Ну, я, конечно, в каждом ролике об этом говорю, но новые зрители почему-то этого не делают. Пожалуйста, если ты на канале впервые, прямо сейчас подпишись. На моем канале много открытий, да, все дела. А старые зрители на колокольчик не забудьте. Все, теперь погнали к ролику. Смотрите, друзья, значит, тема такая. Я давно уже задонатил Гемон аккаунт на свой, но все никак не сделал открытие. А вчера... Кто был на стриме, я говорил, что у меня есть ледяной колдун в магазине, я об этом собирался записать видео, но опять-таки, к сожалению, я еще не на своей квартире, поэтому у меня был плохой интернет там, где я снимал, короче, неважно, были на то причины, я не смог записать видео, но колдуна я купил. Так вот, осталась одна карта, я предлагаю сегодня открывать легендарные сундуки короля, дабы выбить ледяного колдуна, но... Это можно потратить сразу, я не знаю, ну сразу все гемы. Поэтому будем открывать осторожно. Я не планирую потратить все гемы. Максимум я готов потратить 15-20 тысяч. Это максимум. Но ради одной карты, ну хотя почему одной? Я же буду выбивать и остальные легендарные карты. Короче, друзья, не знаю, я готов еще задонатить. Только с вас просто много лайков. Все, я знаю, что очень много болтал. Теперь переходим к сути ролика. Значит, помимо ледяного колдуна, я еще хочу бревно сегодня. И вот эти две карты. Вот. Это те карты, которые мне нужны на следующий уровень. Все, друзья, я готов. Ну что ж, поддержите выпуск лайка, потому что я в последнее время очень много трачу гемов и денег на донат. Я думаю, вы это и так сами знаете. Я сделаю скриншот. Возможно, на превью поставлю этот сундук. Поехали, друзья, поехали. Первый сундучок, 2500 гемов. Неважно, что падает с комонок, из рарок. Здесь у меня все фул, поэтому беру там, где больше золота. Давайте здесь на 5 золота больше. Так, тут на 500 золота больше. Эпики. Эпики важно. И хорошо, что выбор не между теми, которые уже максимум. Хотя, в принципе, тема такая, что золото мне тоже надо. Легендарочки, легендарочки, мои любимые. Громовержец, тут вообще даже смотреть не буду. Громоверц соберем. 13 из 20, друзья. Это реально, это много. Много лег уже громоверца мне выпало. Осталось 7 карт до максимума. Это круто. Продолжаем. Первый сундук меня реально порадовал. Так, быстренько прокручиваем. Ой, ой-ой-ой, случайно. Ну, короче, ладно, что вы... Я думаю, вы не будете там приставать ко мне, что я выбрал элитных варваров. Вот. Слушайте, я возьму голема. Я возьму голема, потому что 20 тысяч золота. Зачем мне рейдж? Ну, нахрен он мне нужен. Беру голема. Блин, 23 штуки. Охренеть. И тут у нас легендарочки. Давайте, давайте, колдуна. Колдуна, плиз. Колдуна. Нет, падает мне бандитка и спарки. Ну, берем бандитку, спарки я не буду играть. 7 из 20, ну тут еще много, тут еще много. Слушайте, уже 5000 гемов потратил. Где, где мой ледяной колдун? Я надеюсь, мы сегодня его выбьем, потому что я, ну не прям, знаете, цель только его выбить. Нет, помимо него я еще хочу кучу других карт. А почему мне не показывает, сколько золота даст? Или мне вообще золото не даст? Не даст, видимо. Вот, я буду не против еще и бревно выбить, ночную ведьму. Громоверца, ну то есть я уже говорил в начале видео, но все-таки ледяной колдун, мы остановимся, когда только выпадет ледяной колдун. Либо мне останется 50 или 40 тысяч гемов. Не, 40, 50 уже сейчас останется. Вот, мы остановимся, когда выпадет ледяной колдун, либо... Опача, опача, 19 из 20. Ну че, пацаны, у нас, короче, два претендента на максимальный левел сейчас. Либо бревнышко, либо ледяной колдун. Что та, что другая карта зайдет в, ну, в много каких колод.
много каких колод. Короче, в разные деки она зайдет. Это такие, знаете, универсальные. Не, хотя колдун не универсальная карта, а бревно. Ну, прям много кто использует его. Хотя сейчас не так часто, как раньше. Поехали. Третий или четвертый сундук. Так, скелетонов берем. Здесь берем хижину. Напишите в комментариях, соскучились вы за открытием. Не знаю, как вы, ребята, а я сейчас получаю огромное удовольствие от записи видео, от того, что я делаю открытие, и от того, что у меня нормальный интернет. Я не знаю, как вы, но я, пацаны, счастлив. Вот много для счастья мне надо. Так, возьму фриз, потому что 23 тысячи золота. Ну, пацаны, это целый грант пройти надо. Там же 20 тысяч золота, да, 22. Это грант и 12 побед. Окей, поехали. Леги. Угу. Слушайте. Призрак такой себе. Я возьму кладбище, потому что золото. Опять-таки, все упирается на золото. А мне, вот вы вот можете не согласиться со мной, а для меня золото дороже даже легендарной карты призрак. Он у меня есть. Он у меня третьего или какого там уровня, не знаю. Он мне больше не нужен, я им не играю. А золото мне понадобится для прокачки карт. Золото бесценно. Поехали. Так, возьмем Теслу. Возьмем Коргейга. Возьмем Исцеление. Возьмем Подрывника. Инферно. Эпики. И снова мимо кассы. Берем, конечно же, бочку. 23 тысячи. Кстати, вы можете слышать сейчас посторонний звук. Это мой ребенок, друзья. Ну, я говорил, что у меня тут одна комната, я никуда ребенка не дену, поэтому, возможно, будут посторонние звуки, ну, и надеюсь, они не сильно мешают записи ролика, да, и меня слышно хорошо, и музыку, возможно, не знаю. Все. Ну, слушайте, друзья, ну, я не хочу на этом останавливаться, я хочу все-таки закончить цель. Цель у нас была колдуна выбить, и вот все-таки... Блин, друзья, ну, я не знаю, что делать. 20-е бревно, попау! Попал 20 из 20. Так, возвращаемся, короче, к коллекции и смотрим. Или оставить ледяного колдуна на следующие ролики, или зафармить его сейчас. Блин, мне бы время подумать, но на видос не надо быстрее решать. Давайте еще парочку сундучков. Я знаю, что вы по-любому за. Я уверен, что вот в этом моменте вы хотите, чтобы я продолжил открытие. Друзья, если я угадал, то... Пожалуйста, поставьте лайк. Чё? Чё так слышно? Я не знаю, как вам, а мне слышно, как ездят машины на улице. Так. Берем там, где золото, короче. Там, где золото больше. Ну, просто... О, тут армия скелетов. Тут ведьма. Честно, осталось мало эпиков, которые мне нужны. Мне нужен только арбалет. И он мне сегодня не падал. Пожалуйста, дай ледяного колдуна. Илка! Илка! Ну, ничего так. Громовержец, 14 из 20. Я его не меньше хочу, чем ледяного колдуна. Но его, блин, больше надо. Гром тоже топовая карта. Я предлагаю еще два сундука открыть. Предлагаю два сундука и 40 тысяч оставить, как и договаривались с вами. Хотя мы не договорились, это мое решение. Я думаю, что вы не согласны. Я думаю, что вы, если бы проголосовали, то вы бы проголосовали за то, чтобы я открыл еще. А вот. Плюс у меня там малый начинает нервничать. Чувствую, он сейчас будет кричать. Надо завершать выпуск, а то не смогу продолжать записывать в тишине. Так, берем однозначно Poison. И давайте смотреть, какие мне выпадут сейчас легендарочки. Воу-воу-воу-воу-воу. Слушайте, ну опять-таки, призрак и вот этот лучник, они, наверное, два изгоя. Ну, они плохие легендарки. Мне не нравится, я ими не играю. А если я возьму бревно, мне же золото не дадут. Да, золото не дадут. Поэтому возьму. Я что-то думал, сейчас возьму бревно, золото. Нет, тогда беру магическое лучше. Слушайте, ну этот сундук так себе. Последний сундук, поехали. Поехали, друзья. 4200 золота, тут берем Коргига. Тут берем зап, вообще не важно. Текс. Тут вот так. Здесь вот так. Poison. Берем Poison. Золото. И леги. Так. Легенда. Ну, плиз, дай колдуна. Ну, плиз, я за... Гром. 15 из 20. Осталось 40 тысяч гемов.
Мы так и не выбили ледяного колдуна, хотя цель была именно он. Ну, слушайте. Не, друзья, наверное, буду завершать. Вот, честно, вот я вот хочу сейчас подумать, ну, не знаю, как-то взвесить за и против, как мне выгоднее сделать, но мне, конечно, выгоднее записать потом отдельный ролик и отдельно записать про ледяного колдуна. Ну, блин, хотелось сейчас выбить, ну, 40 тысяч гемов осталось. Если сейчас начну открывать, меня понесет, я солью все. А гемы, блин, ребят, у меня два аккаунта, и туда, и сюда донатить, ну, блин, раскошелиться надо очень жестко. Я и так уже влил в эту игру, я не знаю, можно машину купить, я серьезно. Очень много вот задонатил в игру. Ну, не было бы канала, не донатил бы сколько. Это все благодаря вам, реально, я хочу вам сказать спасибо. Такой аккаунт имею только благодаря вам, реально. Хотя он мне не так дорог, серьезно, как канал. Ладно, об этом поговорим на стриме. Друзья, буду завершать. Короче, бревно скоро прокачаем. И помимо бревна еще прокачаем молнию и прокачаем вышибалу в одном видосе. Ну, в одном видосе молния вышибала, бревно в отдельном. Короче, друзья, ролики выйдут буквально завтра, послезавтра, на днях. Я думаю, что завтра я уже заеду в свою квартиру. Вот, мне очень, кстати, нравится освещение в этой квартире. Я хочу сделать у себя так же. Возможно, куплю на днях софтбокс. Короче, друзья, вы знаете, я очень люблю поговорить. Давайте завершать ролик. Если хотите позадать какие-то вопросы, послушать меня, кому интересно меня слушать и смотреть, приходите на стримы, нажимайте на колокольчик. Я реально долго молчал, можно так сказать. Стримов долго не было, блин, хочу поболтать с вами. Спасибо вам всем за просмотр. Я жду вас на стримах, жду вас на моих новых видосах. Еще раз вам всем спасибо. Желаю вам удачи, хорошего настроения, до новых встреч. И всем, друзья, пока!